4 золотые медали. С таким багажом на родину из Польши вернулись триумфаторы чемпионата Европы по вольной борьбе. В аэропорту Махачкалы спортсменов встречали их болельщики. Это родственники, друзья и представители регионального Минспорта. Подробнее расскажет мой коллега Курбан Рагимов. Самые близкие и самые преданные, около 200 болельщиков, приветствовали чемпионов Европы в махачкалинском аэропорту. В руках транспаранты, на лицах радость и гордость за земляков. В Варшаву Дагестан делегировал 5 спортсменов, с золотом вернулись 4. Ты знаешь, что родные, близкие, дорогие те люди тебя ждут искренне, которые за тебя болели. И ты думаешь, наверное, это стоит того, вот этот труд, вот это все, чтобы радовать вас. Это такое приятное чувство, поэтому благодаря вам вы нас мотивируете, вы нас толкаете на это. Да, Аллах вам всем здоровья, терпения, всем нам успехов. Спасибо. Абаз Гаджи Магомедов, Загир Шахеев, Алихан Жабраилов и Магомед Курбанов. Все они впервые сумели взобраться на первую ступень пьедестала чемпионата Европы. Эта победа – результат слаженной командной работы, говорит министр спорта Сажид Сажидов. Он также приехал разделить радость успеха с триумфаторами. Наш золотой фонд именно спортсменов, победителей растет. Это значит, мы на правильном пути. Ту работу, которую делает министерство спорта, ту работу, которую делают специалисты, значит, дает свои плоды. Естественно, не будем останавливаться, будем продолжать тот путь и во имя нашей республики и нашей страны. В ближайших планах у борцов заслуженный отдых, но почивать на лаврах они не намерены. Через месяц некоторые из них планируют выступить на гран-при Ивана Ярыгина в Красноярске. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.